Всем привет! На связи КВТ. В сегодняшнем обзоре продолжим тему опрессовки и рассмотрим пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников. Но на этот раз с сечением до 6 квадратных миллиметров. Также среди представленных моделей есть новинка, так сказать, с пылу с жару, о которой вы узнаете одним из первых. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! В диапазоне сечений до 6 квадратных миллиметров у нас представлено 4 модели. Это ПКВ6, ПКВК6 мини, ПКВК6М и наша новинка ПКВШ6 мини. При выборе инструмента стоит опираться на маркировку. И давайте начнем с примера ПКВ6. Аббревиатура говорит, что ПК – это пресс-клещи, В – для втулочных наконечников, а цифра 6 – это максимальное сечение, с которым может работать данный инструмент. Эти пресс-клещи, так сказать, пассатижного типа. Только вместо рифленых губок здесь установлена матрица для опрессовки втулочных наконечников типа НШВ и НШВИ. Профиль матрицы трапециевидный, а верхняя губка имеет рифление, которое оставляет насечки на наконечнике после опрессовки для более прочного механического соединения. Каждое гнездо в матрице подписано, с каким сечением оно работает. Рукоятки с изгибом очень удобно лежат в руке, а между ними установлена возвратная пружина. Сбоку есть фиксатор для удобной переноски инструмента в закрытом состоянии. Храповой механизм здесь отсутствует, так что качество опрессовки будет зависеть только от ваших усилий. Чтобы сделать инструмент более универсальным, между рукояток расположился профиль для опрессовки изолированных втулочных наконечников и разъемов до 2,5 квадратных миллиметров, а также неизолированных наконечников и гильз до 6 квадратных миллиметров. Следующая модель – ПКВК6М. Буква К говорит нам о том, что матрица имеет квадратный профиль опрессовки, а буква М указывает на модернизированный усиленный пружинный механизм. Эти пресс-клещи имеют круглую рабочую голову, в середине которой установлена мультиразмерная матрица, а это значит, нам не нужно искать нужное гнездо для соответствующего наконечника. Просто вставляем наконечник и производим опрессовку. Матрица также имеет рифление внутри, только уже на всех гранях. Диапазон сечений, с которыми работает ПКВК6М, от 0,25 до 6 квадратных миллиметров. Но в отличие от ПКВ6, он работает с двойными шевыми наконечниками от 0,5 до 4 квадратных миллиметров. Забегая вперед и сравнив эти пресс-клещи с аналогичными, мы увидим, что здесь отсутствует регулятор прижимного усилия. Благодаря усиленному пружинному механизму регулировка не требуется, а при опрессовке прилагается минимальное усилие, независимо от сечения наконечника. Инструмент имеет двухкомпонентные рукоятки, чтобы рука не скользила при работе, а также фиксирующую скобу для удобной переноски инструмента. Перейдем к ПКВК 6 мини. Исходя из названия, можно догадаться, что это компактная модель, которая не займет много места в вашем инструменте или даже кармане. Да и вообще, компактная модель лежит в руке, как влитая, а двухкомпонентные рукоятки не дают скользить при работе. Но несмотря на размер, мини не уступает своим большим собратьям в весовой категории по диапазону сечений. Он работает с втулочными наконечниками от 0,25 до 6 квадратных миллиметров, а также с двойными шевыми наконечниками от 0,5 до 4 квадратных миллиметров. Здесь установлен регулятор прижимного усилия. В зависимости от износа внутренней пружины, его можно увеличить или ослабить, открутив стопорный винт и повернув звездочку на плюс или на минус. За контроль опрессовки здесь отвечает храповой механизм. А если вдруг что-то пошло не так, например, вы поставили не тот наконечник, то его можно разблокировать, нажав на рычаг между рукояток. За опрессовку здесь отвечает та же мультиразмерная матрица, что и в предыдущей модели. А теперь к нашей новинке. ПКВШ6 мини. Внешне они один в один схожи с ПКВК6 мини. Но буква «Ш» означает, что мультиразмерная матрица имеет шестигранный вид. Не всегда опрессованный квадратом втулочный наконечник встает на посадочное место подключаемого оборудования. Тому мешают острые грани квадрата, их приходится подгибать. Обычно на помощь приходят пассатижи. А вот шестигранный профиль более универсальный, так как имеет форму, близкую к кругу.
И такой наконечник можно подключить к любому оборудованию без каких-либо доработок. Кому такое оборудование встречается очень часто, ПК ВК-6 мини сэкономит уйму времени. В остальном, этот инструмент имеет те же самые характеристики, что и в ПК ВК-6 мини. Итак, теперь подведем итоги. ПК ВК-6 – простой надежный инструмент, который в нужный момент будет у вас под рукой. ПК ВК-6М – пресс-клещи с мультиразмерной матрицей и усиленным пружинным механизмом, которым работать одно удовольствие, так как усилие при опрессовке прилагается минимальное, независимо от сечения наконечника, а это очень важно, когда обжимаешь очень много. ПК ВК-6 мини – уменьшенная версия давно полюбившегося среди монтажников инструмента с корповым механизмом и регулятором прижимного усилия. ПК ВК-6 мини – компактная новинка с шестигранным профилем опрессовки. После опрессовки этим инструментом толщенный наконечник зайдет в любое оборудование без каких-либо доработок. Надеюсь, после этого обзора все стало на свои места. А если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, буду рад на них ответить. А на сегодня это все. Оставайтесь с нами, следите за новостями, а их будет очень много. И до новых встреч в следующем видеообзоре. Пока!